Здорово. Сегодня повторилась очередной раз ситуация, когда человек, оказывается, ошибочно воспринимает информацию, воспринимает реальность, но при этом настаивает на своем мнении. Это было не только с этим человеком, это было, ну, кстати, очень он напоминает по поведению на человека, с которым трудился в другой фирме до 26-го, если быть точным, до 26 февраля 2022-го. Ну, вы понимаете, о чем речь, почему уволился из той фирмы. Так вот, в той фирме был человек, парень, ему на тот момент было 22, что ли, года. И вот он, получается, был водителем, был вспыльчивым, из Таганрога родом. И, короче говоря, он вообще такой, типа, фанат ММА. И он думает, что он знает все на свете. Но он не все знает на свете. Но при этом он, получается, затыкал меня. У меня опыт, как бы, разных работ больше, у него, соответственно, меньше, у него опыт там вождения, да. И вот эти люди, которые умеют водить, они думают, что они знают вообще все. Они где-то, они умеют анализировать, признавать, что они неправы. Но то, что они водители, это усугубляет ситуацию, потому что, ну, типа, я вот водитель, я вожу, я знаю лучше тебя все. И вот получается, что психология именно такая, что вот я научился водить, я умею водить с раннего возраста, и значит, я умею делать, и значит, я способен указывать тебе, и ты должен меня слушать. Но не всегда так происходит, что человек, который умеет водить, он, даже если он с раннего возраста водил, он умеет и знает многое. Он может ошибаться. Любой человек может ошибаться. У этих людей эго сильно завышено. И поэтому вот как он себя ведет, этот человек, именно тот, который был в той фирме, и этот то же самое, это указывает на то, что у них большое эго, раздутое. Раздутое эго. Если это эго не соответствует тому, что действительно происходит, то есть те ошибки, если указываются ошибки этого эго, то эти ошибки не воспринимаются и не исправляются. И из-за этого происходят еще более существенные ошибки. Ну, долго, затянуто, да. Ну, короче, непосредственно к сегодняшнему дню. Сегодня, получается, должны были приехать на объект, и мы приехали на объект для того, чтобы сделать штробум и пробурить для кабелей, для нескольких кабелей, там получается 4 кабеля, для домофона, ну то есть для вызовной панели. Изначально вчера у нас была УШМ с алмазным диском, но у нас был перфоратор Hilti, который, ну, он не имеет удара. То есть для того, чтобы проштробить в обычной ситуации, нужно как минимум это УШМ с алмазным диском. У нас было УШМ по плитке, то есть не подходящая, не по бетону, ну, не сегментирована. Но, в принципе, она резала, да. В принципе, пойдет. У нас также был перфоратор Hilti, который не имеет удара, и, соответственно, никакого другого перфоратора у нас с собой не было. Но в плане того, что у нас был перфоратор, мой перфоратор, Metaba,
26-60 койк. Ну, кейчи. Но для него не было удлинителя. То есть я с собой перфоратор ввожу, перфоратор, шуруповерт, но удлинителя не было. И, соответственно, мы все вот это сделать не могли. То есть, соответственно, я резал, то есть прораб этот, он, кстати, 93-го года рождения, тело Артемия 90-го года рождения. Соответственно, он младше меня, и у него гонор все равно это проявляется. Ну, типа он прораб, он лучше всего знает, он учился там и отучился, и все такое. Так вот, мы, ну мы как, не мы, я, тело Артемия, прорезал, собственно, в бетоне, в этой колонне штрабу. Но сколоть эту штрабу вот не было возможности, потому что не было зубила, не было, ну вообще не было ничего подходящего для этого. Что он говорит? Он говорит: да, так, это, попробуем чем-нибудь сами сколоть там перфоратором вот этим хилти. То есть у него нет функции удара обычного, то есть у него только удар с поворотом. То есть получается функция удара с поворотом, как перфоратор. То есть у него лишь два режима: сверление и сверление с ударом. Вот. Я понял это все, то, что он ошибается. Я понял, что стоит взять мне мой перфоратор, стоит мне взять удлинитель. И это все взял сегодня. Приехали, а, точнее даже нет, так это в пути получается, он собирался взять удлинитель, он его забыл, он не признался, что он ошибся, ну в плане того, что совершил ошибку, но он сказал, что он забыл. Я ему сказал, что я взял свой, и как бы приехали на объект, мы, собственно, занялись вот этим, собственно, действием, что завершили штрабу. Как сказать, мы, тело Артемия. Ну, то есть, он как бы в завершении штрабы никак не участвовал, он только как бы указывал, что сделать нужно. Все, он никаких действий не делал. Никакого качества штраба, ни как бы вообще ничего. Он просто указывал. И изначально речь была его, то что, ну, чем-нибудь, вот каким-нибудь перфоратором сделаем. Ну, то есть вот этим перфоратором хилти, который только удар с задолблением. Ладно, хер с ним. Пускай это... пускай мы не, это, не смогли бы сколоть вот это все дело. Это, но он про бурение говорил, что типа наискосок, но, блин, там такой бетон, что восьмерку, да, этот перфоратор, хилти, аккумулятор, но он берет. Двенадцатый, может быть, он бы взял, но не уверен, потому что даже восьмерка застревает, ну, туговато идет. Так вот, мой перфоратор Метаба KC2660 Quick, он даже при бурении на 16-м буре вроде бы, причем на 4-х сегментированном, ну, то есть получается 4 конца, даже на таком буре он, у него срабатывала муфта, ну, трещотка вот эта. И на 20-м он трещал вообще неимоверно, он застрял, 20-й бур, мне пришлось выбивать его. Ну, там просто обычный хеллер был, который просто вот перегородка и все. То есть не четырехконечный, двухконечный, короче говоря. И это при учете, что сперва прошелся 8-м буром, потом 12-м, потом 14-м. Хеллер, кстати, 14-й у меня трехконечный.
Потом хиллером четырехконечным, потом вот этим обычным, то есть двухконечным, ну, в кавычках двухконечным, просто перегородка карбидо-вольфрамовая. И в конечном итоге, ну, последний самый бур, это был Encore 22, и там прям очень сложно было с этим буром. Тоже пришлось это выбивать, тоже тяжело было с этим. Так вот, смысл такой, то что с моим перфоратором было тяжело, а он предлагал изначально вот этот аккумуляторный, то есть вообще Unreal. То есть он свою ошибку не признал. Ну то есть... Как, ну ладно, как бы, знаете, такое, типа, ну да, типа, надо было, да, помощнее перфоратора, согласен, типа. Ну, типа, вот так вот. Но он ничего не сказал. Он увидел, что я делаю, он увидел, что я сделал, а то, что перфоратор не подходил его, он ничего об этом даже не заикнулся. Все вот это сделал. Перешли к работе на... там удлинение панели, точнее удлинение кабеля КВК, то есть получается кабель КВК, он имеет часть, которая идет для сигнала, и часть, которая идет на питание, то есть как она называется, я постоянно забываю. Смысл такой, то что идет центральная часть сигнала, ну то есть сигнал сам, и как бы минус, оплетка. Он, ну, оплетка играет роль и заземления, ну то есть экранирования, и минуса. Вот. Но если оплетку эту не подключить, соответственно, как проблема будет. Поэтому... Я занялся этим делом всем, удлинением, там он исправил одну ошибку там мою, ну то есть получается она не совсем ошибка, там просто жила вот эта центральная сломалась, не знаю точно по какой причине она сломалась, но сигнала не было, то есть сигнала, видеосигнала не было, звук был, то есть, пока, то есть вот этот... Вот эта оплетка, она еще отвечает за звук. И поначалу там три дома мы собирались сделать. Но на третьем доме, получается, вот это удлинение нужно было не просто удлинить, а еще просунуть. То есть два дома сделал, а на третьем доме, получается... жильцы, причем это коттеджный поселок, типа коттеджный поселок такой, ЖК, коттеджный ЖК, и этот ЖК, он еще строится, он еще очень долго будет строиться, и там есть проживающие какие-то, непонятно какие, причем, ну, не то что проживающие, а не приезжающие, и вот там, в этом... коттеджи, там ничего внутри нету толком, ну то есть мебель какая-то она стоит, но там никакой отделки нету, то есть соответственно там, ну, ничего не сделано для проживания конкретного, то есть люди там приезжают периодически, но они там не живут постоянно, и получается там нужно было удлинить для панели домофона внутри, то есть в принципе, ничего смертельного нет, то, что мы там занимаемся, продолжаем действовать. Ну, там люди вот эти присутствуют. В адекватной ситуации люди бы спросили там, типа, ну, как бы, либо сказали бы самостоятельно, что, а вы там, что-то вы долго будете этим заниматься, или что вы делаете там, чем занимаетесь. Люди, женщины, которые там находились, они поздоровались, да, я с ними поздоровался в ответ. Но как бы ничего, никаких претензий они не высказали. И потом уже, такая сложилась ситуация, когда мне нужно вытянуть кабель, буквально вытянуть кабель, все, ну то есть
скрутить его, и все. Я понял, что как бы вот эти женщины, они стоят, разговаривают, там мы, может, немножко мешаемся им, и все такое, но они этого не высказали. Я только предложил это дело, ну, предположил это. Они мне ничего не высказали на этот счет. То есть, возможно, действительно, я им мешался. Возможно, они чувствовали себя некомфортно в этой ситуации. Они этого мне не высказали. Даже никак не произнесли этого. Ну, там, ну, даже не спросили, чем я занимаюсь. То есть, они видели, что кабель. А может ли это подождать? Там ничего этого не было. Так вот, к чему это вообще? То, что... Там, получается, до того, как мы начали это делать, там мыли лестницу. То, что там какие-то люди будут приезжать в этот коттедж, никто ничего не говорил. И человек, который, собственно, мыл, я ему сказал, ну, что ты, блин, зря поторопился с мытьем лестницы, я сейчас натопчу. Ну, я, собственно, там и натоптал. Но прикол в другом, то, что... Получается, там от узла оборудования, ну там отопительного вода, как для бассейна оборудование, то есть получается котельная. В котельной, от котельной до вот этого места, ну до задней стены, короче говоря, где эти женщины разговаривали, там общались. Там нужно пройти несколько метров, обернуть, так сказать, стену и зайти, ну, так сказать, с парадного входа со стороны этого бассейна по плитке и запачкать, собственно. Ну, то есть, там уже запачкано мною в первый раз. То есть, я там прошелся, не дотянул, там, получается, нужно было гофру обрезать. Вот, гофру обрезал и собирался уже еще раз дотянуть. Но прораб мне начал говорить, ну, там, это, получается, как его, не знаю, кто он там, ответственный заказчик, непонятно кто, какой-то начальник, которого попросили, вот, видимо, эти женщины, чтобы перестал я ходить. Но это озвучено не так. Это было озвучено, что вот ты натоптал, больше не надо ходить. Ты натоптал, больше не надо ходить туда. И вот на этом они застряли. То есть ты натоптал, больше туда не надо ходить. Не потому, что они там, женщины эти, сказали, типа вот, не мешайся там, ну, не беспокоить там. Если бы не беспокоить, хорошо, согласен, я понял, не беспокоить, все. Но мне сказали именно, что ты натоптал. Нет, не, дело не в том, что там, типа, вот ты натоптал, не нужно больше топтать там, потому что это, типа, никто не помоет. Помоют. Туда собирался прийти парень, который, собственно, до этого до меня мыл лестницу эту. То есть, получается, там спуск к этому газовому отопительному оборудованию. И этого парня собирались пригласить вновь, чтобы он вновь помыл эту лестницу. Так вот, натоптал бы я еще раз или не натоптал бы, разницы никакой не было. Не было бы. Потому что бы он все равно бы помыл. И не то, чтобы я много там бы натоптал. Там буквально нужно было всего лишь один раз туда пройтись и обратно. Все. То есть просто вытянуть. Я это прорабу проговорил. То, что мне просто вытянуть этот кабель. Нет, он говорит, поднимай вещи. Все, мы уходим там, завтра там все вот это сделаем. Я ему еще раз, я несколько ему раз повторил, что, блин, да тут логично, если подумать, то все равно будет мыться. Если бы он мне сказал, что сказали, типа не беспокоить, другой разговор. Но он именно настаивал именно на вот этой позиции.
именно на этой позиции, что грязно. И после того, как там получается, мы выезжали, ну то есть прошло некоторое время, там около часа, как бы ситуация закрылась, потому что я туда не ходил. Он мне сказал вот это, я решил просунуть кабель не со стороны, там, где женщины стояли, а со стороны вот этого газового оборудования. Хорошо, я типа, я туда не захожу, но я просуну, вот так вот просуну, насколько это возможно, чтобы как-то закончить эту ситуацию. И я все это сделал, я закончил эту ситуацию, я просуну, все, в принципе, все закрыто. И они не пошли, не проверили, типа, все, типа, вот это сделано, просунуто. Им это нахер не нужно. То есть для них важно было то, что я, типа, натоптал, и это кто-то помоет, и как это помоет. Блядь, для них важно, что, типа, сказано, ты должен исполнять. Я не, ну, я, по сути, выполнил их задачу. Я прекратил действия по хождению. Все. На этом можно было закрыть тему. Но через примерно час, когда мы выезжали из ворот, на объект заезжала женщина какая-то. Она не была жительницей, она не могла ответить, но, как понял, она была как раз гостей, для которой, собственно, и мыли эту лестницу. То есть, получается, эту женщину, видимо, и ждали в гости. Для этого мыли лестницу, мыли плитку и все такое. Только я произнес это, началась триггерная реакция. То есть, у этого прораба включилось эго. То есть, я должен был на его приказ, замечу, что он делает ошибки, он утром чуть ли не попал в аварию из-за того, что он залип. Он как бы ничего, опять же, мне не сказал, типа, а, блин, да, я как бы отвлекся, залип, ничего не сказал, не поблагодарил. Хотя бы, ну, то есть, если бы я ему не крикнул так резко и коротко, типа, тормози, то он бы влетел в машину в туннеле. Ну, потому что вот он не ожидал, что пробка в хосту будет такой большой и будет в туннель заезжать. И что там машины будут стоять. Он на скорости 100 км в час несся и не останавливался. То есть я вижу машины, я вижу, что они стоят. И он и чувствует, что он не, даже не сбавляет скорость. То есть он не давит на тормоз. Вот я ему и произнес. И вот тогда он резко затормозил, да. И тогда он остановился. Успел. Если бы я его не затормозил, то он бы влетел. Как минимум бы машина пострадала. То есть он не проанализировал эту ситуацию. Он как бы, ну типа, вот как бы пронесло и все. Просто, ну, то есть, как будто обыденная ситуация, да? То есть, он не проанализировал, что было бы, если бы он не затормозил. И вот, получается, это триггерная реакция, то, что он вот это должен бы, он сказал, чтобы я поднимался, чтобы я прекращал это действие. Значит, типа, он прав, и я должен подчиниться без вопросов, зачем и все такое. И даже логически не подключать, если он сказал, то я должен исполнять. С этим были уже проблемы. Типа он, не то что хозяин, типа он прораб, типа он вообще типа рабовладелец такой, ну начальник такой главный. Хотя на самом деле тружусь им, с ним через Авито, то есть он согласовал со мной, то есть оплата 2500 в день. Причем он сам заикался насчет того, что оплата небольшая. Между тем он проявляет вот такое. И, соответственно, он
упирал на то, что я не должен сомневаться в чем-то, и я типа не понимаю, или же абсурдно думаю, и, или же логика у меня страдает, типа, я ему пытался объяснить, что если ты хочешь сказать, что этим женщинам некомфортно, неуютно, там, типа, попросили не тревожить, то ты так и скажи. А он, услышав этот аргумент, ну, эту возможность, он не сказал, что, типа, ну, блин, да, он не согласился, что действительно причиной всего конфликта тогда была именно в этих женщинах. Он не сознался в своей ошибке. Он продолжал давить, что он должен был, ну, то есть то, что я должен был, подчиниться его требованию. Неважно, что это требование обозначало. То есть я должен был подчиниться беспрекословно. Я ему объяснил вот это, несколько раз разжевал, и между тем он все равно настаивал, чтобы я следовал точно так, как он говорит. Если бы я следовал точно так, как он говорит, и использовал перфоратор, и молчал бы в дороге, ну, то есть обычно он типа говорит, не указывай мне там на дороге, я знаю, я водитель, все это знаю, то он бы влетел в машину. Он бы, ну, допустим, если бы он не влетел в машину, он бы очень резко бы затормозил, там, наперекос встал бы. Хорошо, допустим, даже бы, если аварии не было, мы приехали бы, ну, то есть, без удлинителя. Он же, как бы, сам собирался взять, да? Или же, давайте иначе, он, получается, взял бы перфоратор только свой, аккумуляторный. То есть, получается, мы бы ничего не смогли сделать, никакого штрабления не смогли бы сделать. Мы приехали просто сколько? 8 миллиметров, да? 8 миллиметров, 12 миллиметров мы бы смогли сделать. Но там было 4 кабеля. И, соответственно, из этих 4 кабелей мы бы ничего толком не смогли просунуть. Ну, то есть, пару кабелей мы бы смогли просунуть, 12-е отверстие, да. А другие два, хорошо, пускай, ладно. Сделали бы два сквозных вот этих диагональных отверстия, может быть, согласен, возможно такое. А штрабу как делать? А штрабу не получилось бы делать перфоратом. Ну, короче говоря, если бы делали ровно так, как он говорит, и по его словам, то мы бы сегодня встряли капитально. Он это не анализирует, он начинает на меня орать, то есть я ему пытаюсь объяснить, он затыкает меня нахуй, все такое, то есть завали там, ебало там все такое. То есть, опять же, ведет себя точно так же, как тот 22-летний, с которым я трудился в фирме одной до 26 февраля 2022 года. И тот парень, с которым я трудился, который вот так уже так же себя вел, нахуй посылал и все такое, затыкал меня. Тот парень потом мне писал, я не знаю, он работал на эту фирму, продолжал работать или нет, но он предлагал там какое-то дело по пайке. То есть у меня паяльная станция есть, я паял светодиодную ленту, и он как бы тоже моей паяльной станцией пользовался, и вот он предложил такой вариант. Я сказал, что, ну, я ему, тому парню, ответил, что возможности нет, желания нет. Коротко и ясно. То, что с этим человеком я не хотел трудиться. И вот с этим человеком, который сейчас меня в который раз нахуй посылает, вот, блядь, несмотря вот на такие обстоятельства,
несмотря на все это, он меня нахуй посылает, затыкает. И я вот думаю, я вот прям даже в дороге, даже в пути думал, либо он собирается прекратить со мной вот эти так, трудовые отношения, ну как бы он на Авито меня это нашел и, соответственно, через Авито со мной трудился. То есть, получается, он оплачивал ежедневно. То есть, меня, в принципе, ничего не напрягает. То есть, я могу хоть в понедельник, да, блин, могу завтра начать искать кого-то. То есть, проблем, по сути своей, никаких нет. Он может то же самое сделать. Я не знаю, как получится в итоге. Мне нужны деньги. Да, мне нужны деньги. Тружусь 2,5 на низкой оплате. Ну, относительно низкая оплата. То есть, относительно моих умений, это небольшая оплата. 3000 сейчас, в данный момент, когда курс рубля такой низкий, он знает все это, он осознает, он получает гораздо больше. То есть, он там 10 тысяч в день примерно зарабатывает. При этом делает дебильные ошибки. Да, как бы у него есть кое-какое образование, он именно занимался этим всем делом. Но при этом он делает эти дебильные ошибки, он зарабатывает 10 тысяч в день. Типа у него день стоит дорого, совершает ошибки эти. А я, получается, исправляя эти его ошибки, зарабатываю 2500 и получаю такое отношение. У меня вот есть сомнения, стоит ли как бы ему помогать зарабатывать эти его деньги. По сути своей, я за него выполняю физически. Ну, если не, ну, примерно там в районе не 70, не 70, ну где-то 60-65% работы. То есть он тоже что-то делает, он делает прилично, но при этом он делает не все, далеко не все. То есть если я вот возьму, скажу то, что, ну нет, я так подумал, проанализировал все за и против и решил искать другое место труда. Если я так сделаю, то, соответственно, у него не будет возможности зарабатывать вот эти 10 тысяч, потому что он тупо не будет успевать за всем этим делом. Ну, то есть ему будет невыгодно, ему все равно нужен человек, который умеет, то есть умеет быстро все делать, качественно, точно. А он, блин, такой человек распиздяй по сути своей. То есть у него скрутки, я, блядь, я делаю скрутки лучше, чем он. Он делает скрутки на уровне, ну, типа школьника. То есть он учился там на геодезии, но не по электрике, не по слаботочке. Ну, как бы что-то там у него было, но так-то он, по сути своей, сам научился. Это его не научили. Он этим сам научился, я тоже сам научился, но у меня был еще опыт по YouTube. Здесь, то есть получается, на YouTube много чего насмотрелся, как скрутки делать особенно. А он ничего не учится. То есть он как бы знает, типа он все умеет, при этом совершает ошибки. И эти скрутки тоже, блин, мне, я понимаю, что вот у меня была ошибка такая, что у меня отвалило жило, но тем не менее, получается, скрутки у меня лучше получаются, чем у него. То есть, если я вот так вот начну делать, но не считая этого случая, то у меня все выдержит, у него же нет. У него, получается, это разойдется. Опять же, вытягивать кабель через гофру, возможно, у него разойдется это дело. И, опять же, там были множественные случаи, когда там монтировал он что-нибудь там, домофон там, либо ворота, и вот эта электрика, у него постоянно там вот эта скрутка,
ну, как-то либо обламывалась, либо раскручивалась, что-то с ней происходило. Короче, ему приходилось заново все это делать. Я же делаю как? Я вот у меня скрутка, я делаю, я стараюсь вот так, чтобы оно надежно фиксировалось. И вот, соответственно, я понимаю, что несмотря на то, что как я хочу, там типа 3000, это не факт, что получится. Опять же, он меня возит. Ну, то есть на машине. То есть я приезжаю там на базу, там, где он со своим партнером деловым делит вот эту прибыль. То есть он закупается у него оборудованием, закупается расходниками. Ну, то есть половина. То есть заказы бывают как чисто его, так и вот этого партнера. Ну, наполовину они делят заработки. Я приезжаю на этот объект, ну, на эту базу, и оттуда он меня забирает на машине. Да, я понимаю, что если я начну самостоятельно трудиться на всем этом деле, то я не все смогу делать, в плане у меня не все возможности есть физически возить инструменты все необходимые для работы. Нету возможности возить кабель, там нету возможности там всякие расходники. На большое расстояние у меня нету возможности передвигаться. Но при этом, если начну это все делать, моя стоимость будет ниже, но при этом, опять же, радиус действия у меня будет ограничен. Опять же, связи. Если человек там... Вот... Есть человек, который занимается непосредственно монтажом. Типа у него есть ИП. Ему больше будут доверять. У меня ИП нет. Я не открывал ИП, не собирался открывать ИП. Ну, я как бы человек такой свободолюбивый. И несмотря на это, на то, что будет низкая оплата, мне не доверяют. Просто потому, что у меня нету ИП там, и как бы меня проверить невозможно. Здесь человека можно проверить, однако физически, что он умеет, проверить невозможно. Доверие, типа, ну, опыт есть, отзывы есть. Но опять же, что он делал именно сам, отдельно от других монтажников? То есть он как бы нанимал людей, которые помогают ему. Ну... Он делал, он что-то делал, но при этом, как он делал, я делал лучше во многих аспектах. Он делал там прокладку кабеля, он делает на отъебись, я делал лучше. Вопрос, как вот с этим быть? То, что у меня нету возможности передвигаться на большие расстояния. Из-за этого у меня не будет заказов. Но при этом у меня опыта больше, и он меня затыкает. Вот, выговорился.